В Тверской области повышают требования качества работ на дорогах регионального и межмуниципального значения. Вопрос рассмотрен на заседании Президиума правительства Верхневолжья, которое провел губернатор Игорь Руденя. В частности, завершение укладки асфальта и нанесение разметки термопластиком должно проводиться не позднее 1 октября. Работы по регулировке высотного положения колодцев системы водоотведения необходимо производить до укладки асфальтобетона. А отклонение по вертикали крышки люка относительно проезжей части допускается не более 1 сантиметра. Кроме того, подрядчикам необходимо заключать контракты на поставку инертных строительных материалов с организациями, имеющими лицензии на добычу полезных ископаемых. Также они обязаны обеспечить ежедневный вывоз строительного мусора по договорам со специализированными компаниями.